Так, ну что, друзья, меня пригласили покататься. Сейчас мы прокатимся. Чё, куда? Так. Да ладно. Так, друзья, я первый раз в такой машине. Здравствуйте. Так, увидимся на YouTube, на моем канале. Ну что, все нормально? Чистим. У вас тут вообще прелесть. Я давно мечтал прокатиться. Ну что, печка забилась, пока не. Так что, друзья, как катер-то называется? Марс 700. Мы внутри. Вентилятор работает. Так, а панель тут? Все классно, да? Это навигация, да? Да. Навигация есть. Так что, парни, завидуйте мне. Молча. Летим, летим. Белое все ж. Мягенько идет, смотри. У меня трясет контейнер, подпрыгивает. Скорость большая, видишь? Где тормозов нету, поэтому. Без тормозов-то? Лишь бы рваков не попалось тут. Вот. И рулей нету таких, поворачивай. Где вот у тебя заканчивается? Где это? Надо попасть-то. Нет, она далеко. Я боюсь этих отвалов твоих. А что чистишь? А снегозадержание делаем. Надувается. Розоветров. Гонки да будут у них, да? Гонки, да. Но розоветров больше не надувает. А гонки когда у них? Гонки. Да, люди катаются каждый день. Гонки 16. Ну, обычно пятница. Такие дни. И огонь-то идет вообще, блин. Так, в салоне. Даже на обед у тебя ничего не помню. Не-не-не, вот можно туда. Я боюсь, что идти, да? Не, вон. Друзья, развернулись на месте, едем обратно, катаемся. Снег, ну это ж через это. Что-то нажал. Да, сейчас откроется. Ну ладно, открыться сначала надо. Я нечаянно нажал на чём-то. Ехал, посмотрел, как кедр растет.
Так, мы его нормально так-то выкопали? Ну, не, просто наши корни, у него же корни большие были, мы не могли бы выкопать. Не зря я сегодня камеру взял. Вот водительское место вот так вот выглядит. Все, на память я это зафиксирую. Ладно, тогда что, я вам вот здесь проделаю. У него колес нету, мне тяжело будет. К 16-му будет готово. 19-му? 19-му. К 16-му тут все равно будет гон. А, ну я проеду уже. Да, пробно заедете. 17-му попробуем. Да, да, да. Все. Спасибо тебе большое. Вам спасибо огромное. Тут дверь никуда не открывалась далеко. Ну, кажется, тут дверь, я не знаю. Так. Ага. Ну-ка, сейчас мы снегом, вообще классно. Ууу, друзья, как классно. Есть еще в жизни. Видите, я здесь в снегу. Но такого дрифта я еще не видел. Пойдем к Саньку. Клево! Клево, вообще клево!